Как заказывать акварельную бумагу на сайте Jackson's Art? Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня я покажу вам свой личный кабинет и сколько будет стоить бумага с доставкой. Акварельная бумага в листах. Также сколько будет стоить рулон акварельной бумаги, если вы захотите взять арш, склейку акварельную и пару цветов шминки. Акварель 15 мл. И сравним мы эти цены с магазином «Красный карандаш». Но в художественных магазинах Москвы сейчас Сандерс Ватерфорд 300-граммовый не завозит, поэтому здесь, к сожалению, я сравнить не смогу, но я смогу показать вам, сколько сейчас стоит бумага на сайте Jackson's Art, и цена уже будет с доставкой, полностью цена, по которой вы можете сейчас купить. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно пройти на сайт Jackson's Art, зарегистрироваться. После регистрации вам дадут скидку, если я не ошибаюсь, 20% на первый заказ. После этого мы идем вот сюда слева наверху, выбираем «Страна России» и «Рубли». У вас сразу же сайт станет в рублях. Дальше у нас есть главная менюшечка. Краски, поверхность, кисти, студия, бренды. Я обычно ориентируюсь по брендам. Я иду вот сюда, выбираю сразу же «Сандерс Ватерфорд» и захожу в него. Здесь внутри я вижу вот склейки, которые я уже покупала в разных размерах и разных фактурах. И вижу листы акварельные. Будьте внимательны, должно быть написано 300 грамм, лист 56 на 76, фактура, название фактуры и сколько листов. Так, вот у нас, нет, это не то, не то, все не то. Сейчас мы полистаем. Вот, 300 грамм. High White. Нюанс есть такой у Сандерса Ватерфорда. Если вам нужна белая бумага, не бежевая, не слоновая кость, а именно белая, то берите цвет High White. Потому что если вы возьмете просто White, то бумага придет бежевая, такая теплая. Значит, нам нужен цвет High White, размер 56 на 76 сантиметров, 300 граммов. И тут есть три фактуры, как и везде. Нот, ход и крупная. Я, например, выбираю вот такую, 20 листов. Смотрите, какая у нее цена. 4800 за 20 листов. Две такие пачки в разных фактурах я уже положила в свою корзину. И сейчас я вам покажу уже в корзине. Таможенная пошлина в этом году. Вот сейчас изменились правила. Сейчас 2020 год. Изменились правила, она составляет всего 200 евро. Что это значит? Вы можете за месяц ввести на свое имя через таможню не больше 200 евро. Даже если у вас будут две отдельные посылки в один календарный месяц на ваше имя, тогда обе посылки не должны превышать 200 евро. Поэтому мы сейчас рассмотрим с вами вот такую корзину, которая влезает в границе 200 евро вместе с доставкой, потому что доставка тоже должна входить внутрь. Именно на этом сайте, я не знаю, как на других сайтах, здесь так, потому что я в этом году была на таможне, точнее в конце прошлого года, и эти моменты узнавала. Итак, смотрите, я кинула в корзину две пачки Сандерс Ватерфорд High White 20 листов в двух разных фактурах. То есть у меня в корзине сейчас 40 листов. Он мне показывает, доставка у меня, видите, будет стоить 3138 рублей. Общая сумма корзины вот такая. Я посчитала в конвертере валют 200 евро, сейчас это 13 900. Да, то есть мы проходим. И давайте мы теперь посчитаем, сколько будет один лист акварельной бумаги с учетом этой доставки. Я беру вот эту сумму и делю ее на 40 листов, потому что у нас две пачки. И получается, у меня один лист будет стоить 318 рублей. Вы видите, да, это вполне недорого. Для настоящего хлопкового листа 300-граммового 318 рублей – это недорого. Давайте теперь посмотрим, сколько будет стоить акварельный рулон. Я хотела сама себе заказать рулон Сандерса Ватерфорда, но он, к сожалению, очень большой ширины, и почта его не пропускает в страны России. Поэтому я выбрала рулон Арша. Он уже и
Его можно купить. Я вам сейчас покажу, сколько он будет стоить вместе с доставкой. Покажу, сколько он стоит в передвижнике. Смотрите, я положила в корзину акварельный рулон Арша 300-граммового. А вот его цена. И за доставку он мне выдает 6000. А я недавно делала заказ с друзьями в складчину. Мы брали листы Сандерс Ватерфорд, брали мой рулон и какие-то склейки. Всю доставку делили на всех. И мне, конечно же, получилось дешевле и выгоднее. Но сейчас, так как таможенная пошлина сейчас всего 200 евро вместе с доставкой, поэтому такой совместный заказ уже с рулоном не получится. И что бы я сюда ни докидывала, мы как бы уже превышаем. Я вам говорила, что ты сейчас перевела в конверт Revolut 13 900, 200 евро у меня получилось. То есть мы немножечко превышаем. Но давайте посчитаем. Например, мы возьмем вот эту разницу нашу, как на таможне считают. Они берут разницу. У меня получилось 700 рублей. И с этой разницы вы заплатите 15%. 15% от 700 рублей – это совсем мало. Даже если мы округлим в большую сторону, то вы заплатите за рулон 15 тысяч рублей. Это совсем недорого. И еще момент по весу. Нельзя превышать вес, но по бумаге превысить вы его не можете, потому что иначе вы не пройдете в эти 200 евро. Смотрите, я посмотрела, рулон Арша весит 3 килограмма, а пачка листов Сандерс Ватерфорд больших 300-граммовых весит 2,5 килограмма. Поэтому вы, в принципе, никак не можете превысить здесь вес. И с учетом того, что вам придется поехать, я не знаю, можно ли как-то удаленно оплатить, чтобы не выезжать. Но если вы вдруг поедете, не забудьте, что как только вы заплатите, вам в соседнем же зале отдадут вашу посылку, и вам придется этот рулон увозить. Поэтому желательно приезжать на машине. Смотрите, сколько он стоит у нас в красном карандаше. Он стоит 19 582, почти 19 600. То есть у нас все равно идет разница в 4600 рублей. То есть все равно разница есть, даже с учетом того, что мы немножко превысили, мы немножко доплатили. Давайте теперь накидаем еще одну корзиночку и посмотрим. Так, и наша последняя, третья корзина. Смотрите, я взяла хлопковую склейку Сандерс Ватерфорд размера А3. Вот ее цена. Я взяла фирму Букинфорд. Это хорошая бумага из целлюлозы или там целлюлозы и хлопок. Про нее я обзор уже снимала. Оба вот эти альбома очень хорошие. Вот этот альбом продают уже в красном карандаше несколько лет. Вот этот альбом так и не завозят. В принципе, бумага в них одинакового качества. Единственное, что вот в этом альбоме 25 листов, вот в этих альбомах по 12. И по соотношению количества листов и цене вот эти получаются дешевле. Но если вы идете на пленэр и берете большой формат, например, А3, то вот эти альбомчики вам будут полегче. Если формат у альбома маленький, то, в принципе, разницы нет никакой. Я беру и эти альбомы, и эти в разных фактурах. Они абсолютно в разных фактурах есть. Смотрите, я вам покажу. Это вот сюда идем, Букинфорд, открываем. Вот цветные альбомчики здесь внутри, вы выбираете размер и фактуру. И вот такие альбомчики, их можно и тут выбирать. Есть также, вот видите, длинненькие. Вот, много страниц, и вы здесь их выбираете. Давайте пойдем в корзину и посмотрим, сколько это все стоит. Также я кинула несколько акварелек Шминки. 15 миллилитров. Я порылась там и нашла, есть два варианта цены. Вот этот дорогой, дорогие цвета вот столько стоят. И есть подешевле цвета, они стоят рублей 600, тоже 15 миллилитров, Шминки акварель. Я взяла вот этот дорогой цвет и кинула его 3 штуки в корзину, чтобы нам сформировать вот здесь цену в пределах 200 евро, увидеть, сколько он нам предлагает доставку за все эти товары.
Вот, и чтобы вы могли увидеть, сколько у вас получится товар. И никакую пошлину вам платить не придется, потому что наш заказ не составляет даже 10 тысяч. А теперь смотрите, у нас есть 1355. Даже если эту сумму мы с вами поделим на все эти товары между собой, то сильно цена товаров здесь не изменится. То есть, ну, добавится там рублей по 300 в каждую примерно. Даже можно как-то поделить не совсем так, на там более дорогой товар, больше цены закинуть. Здесь три товара, сюда тоже какую-то, а здесь дать понемножку накинуть. А теперь я вам покажу, сколько вот эти товары стоят в красном карандаше. Смотрите, у нас склейка здесь стоит 2 300, даже если мы сюда закинем рублей 400 за доставку, предположим. В красном карандаше этот же размер склейки, вы видите, какая цена, 5 616. Вот, разные фактуры можно было выбрать, разные фактуры, разные размеры. Я выбрала формат А3. Теперь вот эта склейка, Букинфорд, она тут стоит 1000 рублей. Даже если мы сколько-то тут за доставку накинем, на нее за доставку докидывать много не надо, потому что она всего 12 листов, у нее не самый большой вес. Ну, предположим, там 200 рублей накинулось бы. Вот, тут она все равно дороже. Даже если там накинуть 300 рублей, она здесь все равно стоит, видите, 1853. Вот этот альбомчик в красный карандаш и в другие художественные магазины не завозят. Не знаю почему, на мой взгляд, он по цене гораздо его выгоднее покупать, чем вот этот. Потому что здесь 25 листов, он в разных фактурах, абсолютно в разных размерах, там очень много вариаций размеров, и стоит он, видите, всего 1453 рубля, то есть плюс там даже если 300 рублей за доставку, все равно это будет в пределах 2000, а у него 25 листов, это прям очень много. Так, ну и шминки, тюбики 15 миллилитров, один тюбик у нас получился 1050 рублей. Если бы здесь не было альбомов, кстати, давайте мы попробуем, давайте мы удалим альбомы и посмотрим, сколько будет стоить, если мы оставим только тюбики. Может быть, доставка изменится сильно, может быть, она не сильно изменится. Я всегда так заказываю, я накидываю в корзину и смотрю. Если я беру какие-то товары, которые я раньше не брала, я проверяю, за сколько их можно купить в Москве, чтобы мне все равно было выгодно. Я формирую полностью корзину, и не бойтесь, вам ничего оплачивать не придется, то есть вы можете в любой момент вернуться. То есть вы полностью будете видеть, сколько стоит ваш заказ. Вот сюда нажимаете «Оформить заказ», и после того, как вы сюда нажали, у вас сразу же будет показываться, сколько стоит доставка. Вот, и когда у вас видно доставку, соответственно, вы можете сделать выбор, заказывать либо не заказывать. Вот, у нас доставка, видите, 281 рубль. 281 рубль на 3 тюбика. Это делится меньше, чем по 100 рублей на каждый получается. То есть получается, что вы цвет купите за 1150 рублей. Это вполне хорошая цена для шминки. Я вам показываю только те товары, которые знаю. На самом деле на Jackson's Art есть очень много всего, разных фирм, все, что хотите. И не только акварели, акрилы и что угодно, и кисточки. Маленькие товары, легкие, они будут дешево по доставке, а такие товары, как бумага, будут дорогие. Тем не менее, варианты есть, и вы видели, что даже рулон акварельной бумаги можно купить довольно выгодно по сравнению с тем, что продается в Москве. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч!